Развитие событий намного велики, чем масштабы нашей страны. Мы все являемся свидетелями того, как за эти недели весь регион погрузился в военно-политическую смуту. И Москва в замешательстве. С каждым днем в Кремле создается еще большая смута. По существу, эти высказывания Захаровой – последствия каких-то судорог. Понятно, что они хотят как можно быстро добиться здесь результата. Потому что начатый ими план Лаврова и имеющаяся российско-турецкая договоренность должны были начаться войной и закончиться коридором. И когда в течение этого года при помощи вмешательства Запада открытие этого коридора не произошло, это их очень нервировало. Они начали войну, и можно уверенно сказать, что на фронте армянская сторона проиграла благодаря сотрудничеству России и Турции. Однако они не добились желаемого итога. В данном случае перед Арменией стоит задача как можно скорее сформировать в Ереване национальное политическое руководство, потому что такое явление, как Пашинян, превратилось в тряпку, которую время от времени использует та или иная геополитическая сила. До тех пор, пока эта тряпка управляет нашей страной, мы постоянно будем проигрывать во всех смыслах. Поэтому я считаю, наша повестка для всех ясна. Мы должны в кратчайшие сроки решить эту проблему. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.